Здравствуйте! Добро пожаловать в систему перевозок «Черная месса». Этот автоматический поезд призван обеспечить безопасность и удобство сотрудников исследовательского центра «Черная месса». Текущее время 8:47 утра. Внешняя температура 33,8 градуса с ожидаемым повышением до 41 градуса. В здании центра всегда поддерживается температура 20 градусов по Цельсию. Данный поезд направляется из помещений уровня 3, тест-лаборатории и административное здание сектора Си. Если вы направляетесь в охраняемую территорию за сектором Си, вам придется вернуться к главному пересадочному блоку в зоне 9 и пересесть на охраняемый поезд. Если вы еще не прошли процедуру идентификации личности в охранной системе, обратитесь к персоналу станции «Черная месса» за помощью. Это необходимо для получения доступа в охраняемую зону. Из-за высокой токсичности микросреды в исследовательском центре, как следствие работы с материалами, запрещено курить, есть и пить в транспортной системе «Черной мессы». Оставайтесь внутри поезда при любых обстоятельствах. Не пытайтесь открыть двери до тех пор, пока поезд не остановится полностью возле платформы станции. В аварийных ситуациях пассажиры обязаны оставаться на местах и ждать дальнейших указаний. При необходимости покинуть поезд преимущество имеют люди с ограниченной мобильностью. Остерегайтесь шин высокого напряжения и следуйте к аварийной станции до прибытия помощи. Напоминаем, что курсы по выживанию в критических ситуациях пройдут сегодня в 19 часов в помещении на третьем уровне. Информация о предварительной экзаменовке персонала с высоким уровнем доступа будет объявлена отдельно. Помните, ваша жизнь и жизнь ваших коллег будет зависеть от качества вашей подготовки. У вас есть друг или родственник, который может оказаться ценным сотрудником «Черной мессы»? В данный момент имеются вакансии в области работы с материалами и низкоуровневой безопасности. Для получения подробной информации обратитесь к сотрудникам «Черной мессы». Если у вас есть знания и опыт работы в сфере теоретической физики, биотехнологии или другие высокотехнологичные области, вы можете обратиться в наш гражданский отдел кадров. Исследовательский центр «Черная месса» предоставляет всем равные возможности. Напоминание всем сотрудникам «Черной мессы». Запланированные проверки уровня радиации и биологической угрозы являются обязательным условием работы в исследовательском центре «Черной мессы». Уклонение от прохождения обязательной проверки является основанием для немедленного уничтожения. Если вы почувствовали, что в процессе выполнения своих обязанностей вы подверглись действию радиоактивных материалов, немедленно сообщите об этом ответственному за радиационную безопасность ОПЦР. Работайте бдительно и благоразумно. От этого зависит ваше будущее. Прибываем к тест-лабораториям сектора Си и административным зданиям. Пожалуйста, не подходите к автоматической двери и подождите, пока сотрудник безопасности проверит наличие доступа.
Перед выходом из поезда убедитесь, что вы не оставили в нем личные вещи. Спасибо и удачного и безопасного вам дня. Доброе утро, господин Фриман. Вы, кажется, запаздываете. Здравствуйте, господин Фриман. У нас для вас была куча писем, но после зависания системы я еще восстанавливаю файлы. Плохой день. У них были проблемы в камере испытаний 2, но кажется, теперь уже все в порядке. Они просили вас поскорее подойти. Эй, привет. Привет. Приятно видеть тебя. А, здравствуйте, Гордон Фриман. Рад вас видеть. Это все внутри теоретических пределов. Боже, что ж ты делаешь? Почему мы все должны носить эти дурацкие глаза? Привет. Извините, но у меня четкие приказы не пускать вас внутрь без защитного костюма. Надеюсь, параметры контейнера все еще в норме. Приветствую. Вы не у того шлюза, господин Фриман. Вы же знаете, что я не могу вас... Как странно. Здравствуйте. Это система защиты H&F модели 4 для использования в агрессивной среде. Ударопрочная броня включена. Датчик отравляющих веществ включен. Контроль состояния организма включен. Система жизнеобеспечения включена.
Система выбора оружия, защиты, энергии установлена. Контроль количества боеприпасов включен. Переговорное устройство включено. Безопасного вам дня. Так я и думал. Да, сэр, похоже, вам сегодня не отдохнуть. Сержант Кудрин, рапорт «Крыть наверх» мотобаза немедленно. Гордон, ну наконец-то. Вы только что послали образец в тестовую камеру. Мы уже исследовали его массоспектрометром. Все в основном понятно. Нужна аппаратура с большим разрешением. Администратор убежден, что результаты анализов мы получим сегодня вечером. Но думаю, что это займет порядочно времени. Мы ждем тебя, Гордон, в тестовой камере. Что происходит с нашим оборудованием, черт побери? Этого не следовало делать с самого начала. Боюсь, что сегодня мы немного отклонимся от стандартной процедуры анализа, Гордон. Да, но ради великой цели. Это хорошая возможность для нас. Это самый чистый образец, который мы только видели. И потенциально самый нестабильный. Нет, нет, если провести стандартную процедуру введения, все будет хорошо. Ну, не знаю, как вы так можете уверенно говорить. Согласен, что вероятность резонанса в основных каскадах системы минимальна, но все-таки ж... Гордону совсем не обязательно все это слушать. Он высоко квалифицированный специалист. Мы ведь уже убедили администрацию, что все пройдет отлично. Ну хорошо, вы правы. Гордон, мы полностью доверяем тебе. Ладно, пора приступать. Давай впустим его. Проверка. Раз, два, три. Все кажется в порядке. Ну хорошо, Гордон, в скафандре тебе ничего не грозит. Очень скоро образец будет доставлен. Если ты будешь так любезен и поднимешься наверх, чтобы запустить роторы, мы разгоним масс-спектрометр до 80% и будем удерживать его на этой мощности, пока не прибудет тележка.
Хорошо. Теперь приступим. Ввожу эмиттеры первого уровня. Отсчет 3, 2, 1. Вижу непредсказуемые фазовые отклонения. Эмиттеры второго уровня включаем. Сейчас. Сможем ли производить измерения? Пожалуйста, работай как можно быстрее. Конденсаторы перегружены на 1. Нет, на 5%. Это, я думаю, не проблема. Нет, тебя. Ну если бы. А, вот параметры уже вроде бы вернулись в нормальное состояние. Продолжаем работу. Мне только что сообщили об этом, что аэробик готов, он прибудет с минуты на минуту. Наблюдайте за системой на старте, и как только аэробик прибудет, приступаем. Почему они не слушали? Мы пытались предупредить их. Никогда не думал, что мне придется наблюдать такой резонанс, тем более создать его самому. Гордон, слава богу, ты жив. Хорошо, что ты в этом скафандре. Нужно сообщить об этом всем, а телефоны не работают. Пожалуйста, поднимись на поверхность и как можно быстрее и пришли помощь. Я включу для тебя сканер сетчатки. Думаю, остальные ученые с радостью тебе помогут. Что теория хаоса — это чушь. Doesn't
мозгами и твоими доспехами получится отличная команда. Происходит. И почему они носят форму ученых? А, один есть. Давайте-ка уберемся отсюда к черту. Это еще один из ужасов войны. Да, пошли. Предупреждение. Проникающий обнаружен на подуровне 3. Сектор B. Thank you.
Дальше я не пойду. Да, я собираюсь остаться здесь. Подожду моих коллег. Отлично. Ты даже не узнаешь, что я здесь. Я знал, что это произойдет. Но администратор даже бы и не послушал меня. Thank you.
восстановлено до 15%. Энергия восстановлена до 30%. Энергия восстановлена до 40%. Энергия восстановлена до 55%.
если бы я не знал, что это ты, я бы тебя не впустил. Тут все собрались на поверхность. Они просто как с ума посходили, но... Кто-то тут все заклинил. Спаси нас. Рад служить, ученый. Больше не сделаю ни шагу. Энергия восстановлена до 60%.
Эй, ты видел этот выстрел? Ладно, я прикрою. Давай, давай! Энергия восстановлена до 35%. Ха, это будет неплохо смотреться среди моих трофеев. Ха-ха-ха-ха! Еще один. Вау, это так близко. Эй, ты видел этот выстрел? Ха, это будет неплохо смотреться среди моих трофеев. А, еще один. Я слышал тут секретную радиопередачу. Прибыли военные, они идут нам на помощь. Правда, неизвестно, доживу ли я до этого момента. Указывай путь. Я собираюсь остаться здесь. Искренне надеюсь, что ты знаешь, что делаешь.
Я должен остаться здесь, Гордон. Ладно, я подожду здесь и помогу тем, кто придет. Понял, давай побежим быстрее. Рад служить, Лучо. Я больше не сделаю ни шага. Привет, Гордон. Эй, что ты тут делаешь? Наверх, скорее, скорее, за нами идут спасатели. Я бы хотел добраться до того, кто во всем этом виноват. Ну ладно, почему нет? Одному умирать скучнее. Это еще один из ужасов войны. Один есть. Да, я это подожду тут. Да, мы можем прожить тут.
Что именно? Я вижу, что... больше не могу. И не рассчитывай на то, что нас тут найдут. Надо добраться до поверхности. Лифт не работает, но мы можем лезть. Ученые, они... Thank you.
боже мой, ради бога, скорее открой нам дверь, они уже близко, это единственный выход. О, господи, боже, нам конец. Система жизнеобеспечения включена. Мобильник введен. Thank you.
Положение критическое. Положение критическое. Критическое. Энергия восстановлена до 35%. Энергия восстановлена до 35%. Энергия восстановлена до 65%. Моими мозгами и твоими доспехами получится отличная команда. Thank you.
установлено до 35%. Thank you.
Установлено до 30%.
не грохнул уже 12 этих ученых. Это не война, а какое-то дерьмо. Энергия восстановлена до 15%. Энергия восстановлена до 30%. Энергия восстановлена.